Эй, цепь на мне, ставь мне лайк, сейчас устроим здесь клондайк. А на мне кроссовки Nike, не приветствую дизлайк. Как дела, как дела? Я ковид пережила и на мозге отразилась, отразилась, блин, вот так. 5000 мои сапожки, у нас контент хороший. Эй, вы мои подружки, мы хайпим на видюшках. Купил айфон мне папа, теперь я просто лапа. Снимаю постоянно, и мой контент не шляпа. Эй, посмотри, и локаторы протри. Я качаю бит хитовый, и не дома я почти. Посмотри, посмотри, я пускаю пузыри. Пудрю я мозги отменно, только не благодаря. Ой, а у тебя просмотры падают. И никто лайки не ставит. Ну, ты теперь, наверное, больше не популярный. Я популярный, у меня все норм. Да знаю я уже. Ну, наверное, стало больше дизлайков. Ну, наверное, у нас стало меньше подписчиков. Ноу! Нам надо провести какие-то статистические исследования, может быть. Ой, как здорово ты сказала. Давай по этому поводу сделаем себяшечку, давай. Ой, а давай лучше напишем пост. Нет, чайкули, сейчас все будет, все исправлю. Ну что ты там исправишь? Сейчас посмотрим, кто у нас самый популярный. Алиса, подскажи, кто сейчас самый популярный? Подведите человека к микрофону, Кикимор, я не понимаю. Хорошо, я скажу. Алиса, Алисочка, кто сейчас самый популярный в России? Кикимор, я не понимаю. Вот что мне удалось найти по запросу, кто сейчас самый популярный в России. Конечно же, это Дед Мороз. Не понял, а как же я? А меня никто не смотрит. Чайкули мои, надо что-то делать. Ай, хорошо. Мы будем с тобой до конца. Во что бы то ни стало. Чего? Чего-чего? Говорит, нам нужен план. Да не план нам нужен, а костюм его. Точно говорю, модный лук. Лук-лучок. Все дело в нем. И тогда ты точно станешь самым крутым. Точно. И никакого им Нового года. Решено. Забираем костюм, хейтим Новый год. И все подписчики, детишки наши. Работаем. Ну вот, всем ребятам на письма ответил. Подарки готовы. Какой ты молодец, дедушка. Дедушка, а елка наряжена. А шуба в порядке, а валенки в лучшем виде. Спасибо, друзья мои. Самое время отправляться в путь. Добрый день. В эфире Сказочное ТВ, и сегодня мы поговорим о самом популярном человеке в России. В чем же секрет вашей популярности? Да не в популярности дело. Она и не важна. Главное человеком хорошим быть и верить в чудо. Добро совершать бескорыстное. Точно? А мы хотим такую же шубу, как у вас. Она такая клевая. А у вас нет такой же, но с перламутровыми пуговичками? К сожалению, нет.
Нет? Будем искать. Какой ты нездоровый интерес к шубе нашего дедушки. Ой, дедуленька, может быть, покажете нам свой коттедж? Да, да, покажите, пожалуйста. Да какой коттедж? Я в тереме живу. Но проходите, гости дорогие, милости просим. Когда я завожу шарманку, мы с Дани залетаем в топ. Я покорил давно эстраду, теперь возьму тик-ток. Среди нас тут один натуральный блондин. Твои мамы краш, мало мне половин. Треки на каждой дискотеке. Я залетаю во все реки. Что, мои звездные блогеры, теперь мы точно залетим в топ. У деда нет шубы, а значит и Нового года не будет. Мы взорвем чат. Действительно, зачем все это добро, чудеса? Старье какое-то. Фу. Чего тебе, букварь ходячий, мечта лингвиста? Да она говорит, 12-й айфон и лучше бы дарили, а не машинки и куколки. Ну все, я видосик смонтировала, выставляете уже. Популярность, приходи! Дедушка, беда! Оказывается, репортеры эти никакие не репортеры. Смотрите, что мы в интернете увидели. Я покорил давно эстраду, теперь возьму тик-ток. Среди нас тут один натуральный блондин. Твои мамы краш, мало мне половин. Ай, проказники. Да как же так-то, а? Разве можно так пакостничать? Они что думают? Что волшебство в шубе моей? А волшебство-то оно от сердца, от доброты. За популярностью все гонится, ну понятно. Шарлатанство все это мракобесное. Шарлатанство. Да, мракобесное. А в телефоне сидеть вообще вредно. Согласно статистическим данным, и зрение снижается раз, рассеивается внимание ребенка два. Да, Снежик, ты прав. Надо их спасать. Ну чё, как там наши лайки, подписчики? Нет у нас больше подписчиков. Не только в шубе было дело. Нужна текстовка трендовая, под улетный бит. Сейчас все будет. Тысяча лайков, три видоса, обойдем мы Дед Мороза. Раз я шубу надеваю, популярность получаю. Вау! Да, вот правильно говоришь, а популярности-то как не было, так и нет. Ну тогда я вообще ничего не понимаю. Ой, дедушка, приветульчики-приветульчики, мы тут как раз тебя вспоминали. Ну, ребятки, поиграли и хватит. Ты мою популярность забрал! Меня никто не смотрит, лайки не ставит, хайтеры и те молчат, меня все забыли! Ох, и затянули тебя сети эти социальные! Небось, забыл уже, как нормально-то с людьми общаться? А я говорил, что в телефонах сидеть вредно! Все ли вам ясно? А как тогда популярным-то стать? Да нужно просто жить, не тужить. Добро творить, да не корысти ради, а по велению сердца своего. И тогда все желания твои осуществятся.
Иу, а как же Снэпчат? Вот тебе Снэпчат. Желаю вам, милые, счастья, здоровья, огромный сугроб. Улыбка утонет в ненастье. Любите и смейтесь весь год. Всегда добротой и вниманием согревайте сердечки друг друга. В подарок метель вам и счастья, и радости целую вьюгу. Дед Мороз, ты настоящий волшебник! Ага! Зажигай, веселись, народ! Скоро к нам, наконец, Новый год придет. Оставляй позади скучные дела. Ты пойми, что сейчас это чепуха. Это чепуха, это чепуха. Ха-ха-ха-ха-ха. Мы у елочки, мы у елочки. И пускай замерз наш нос. И мальчишечек, и девчоночек поздравляет.